А мы продолжаем. Указом президента за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную общественную деятельность и в связи с юбилейной датой со дня рождения медалью за отличие в труде награжден Анатолий Бадашко. Награду вручили в госадминистрации Бендер. Позвольте поздравить от имени главы государственной администрации, от руководства города вас с наградой, поблагодарить за труд, за отдачу, свой личный вклад в город, в предприятие. Пожелать вам, конечно, крепкого здоровья и силы, уверенности работать дальше. Спасибо. Электромонтер обувной фабрики «Софтшуз» Анатолий Бадашко вот уже 18 лет занимается накладкой и ремонтом оборудования. Говорит, хорошее предприятие, как часы. Если одна деталь выходит из строя, может остановиться все производство. Станков и машин на фабрике до 1500 единиц. Помимо швейной машины, там раскроенные пресса, монтажный конвейер, там машина, которая выполняет различные технологические процессы. В день приходится 3-4 поломки, 5. Оборудование, оно работает в усиленном режиме по 8 часов в день, оно требует ухода. Профессионал высочайшего уровня, так говорят о нем сотрудники. Награду Анатолий Абрамович получил в день своего 55-летия.